Віктор Мерешко народився 28 липня 1937 року у Ростовській області. Відомий драматург, сценарист, кінорежисер та актор. Саме за його сценаріями було знято такі популярні стрічки: як «Здрастуй, прощавай, Тринтрава на вас чекає громадянка Ніканорова, Рідня, польоти у вісні на яву, самотня жінка бажає познайомитися, нічні забави, крот, рекет, сонька золота ручка та інші має сина та доньку. Я иду немножко по хронологии картин, которые были сняты по вашим сценариям. Я помню прекрасную ленту Трентрова, и, конечно, последовавшая за ней картина Вас ожидает гражданка Никонурома, где блестяще сыграла Гундарева и, а, и Брандуков. Брандуков, мы сейчас отдельно о нем поговорим. Наталья Гундарева, актриса необыкновенного дарования, на мой взгляд, и многие, кто с ней учились вместе в театральном институте, говорят, что... Выше ее на курсе никого не было. Уже тогда было видно, что это за талант. Каким человеком она была? Феерическим. Я с ним познакомился. Вот ее рекомендовал на, на Здравствуй, прощай, Зайцева, Людмила. Мы искали Надежку. А я Надежкой назвал соседку моих родителей через дорогу. Надежка. Она была старая и страшная. Мне понравилось имя Надежка. Надежка, она говорит: а, возьми, у нас есть в театре очень хорошая говорит, актриса молодая, Гундарева. Она просто удивительна, она толстая, говорит, задница большая. И она пришла, мы были с Виталием Мельником в гостинице России, да, вот, которую снизили да, 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 Россия. И Наташа пришла. Особенно бедра такие крутые, великоватые. Кровь да. с молоком. Кровь с молоком, щеки рубляные, ры, ры, она была рыжеватая, немножечко такая рыжеватая. Конопушечки тут такие, пришла, хохотушка села. И когда она ушла, мы глянули, Мельников, я друг, говорит, она, она. И вот она сразу снялась. С тех пор мы, сколько, в четырех сценариях она снималась. Вот Никонорова потом, Уходя, Уходи и Собачий пир. Один из лучших, наверное, фильмов из всех ваших фильмов, которые я видел. Собачий пир. Потрясающий. 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 Да. Думаю, один из лучших моих сценариев. Вот. Видите, да. мы не сговаривались. И... Вот. И она, знаете, чем отличалась? Она никогда не унывала. Она была веселой. Она, она бывала резкой, особенно каких-то ну, как надоедливых вещах, когда ей надоедали. На площадке я не видел никогда, чтобы она, она могла предложить решение режиссеру и находили компромисс, но это не носило характер конфликтный. Она была, мы когда прошла картина «Здравствуй, прощай», мы снимали с Тамарой однокомнатную квартиру на улице Кирпичной на первом этаже в Москве, и туда приходила Зайцева, Кононов, Миша, Наташа Гундарева, Виталий Мельников, Боря Брундуков. И мы там... Одна комнатная квартира. Были за столе и пели песни. И Наташа фальшивила немножко. И... А Люда Зайцева очень хорошо пела. Она говорит, Наташка, ты замолчи. Ну, а потом Наташа научилась петь, кстати. Вообще было удивительно. Я никогда не забуду. Был творче... она уже была депутатом Госдумы, она же... угу. я говорю, Наташа, что ты полезла в Госдуму? Зачем тебе это нужно? Видите, ну, кто -то... Но нам должна интеллигенция творческая помогать творческим людям. Кто? Ты же не пойдешь в Госдуму? Я говорю, да не, конечно, нет. Так и вот я и корячу за вас. Что-нибудь для вас полезное сделаю? Я говорю, да не сделаешь ты. Статья расходов. Плечи обуха не перешибешь. Никогда. Все равно в веках остаются искусство. Мы не знаем, кто был правителем при Тициане или Рембрандте. Конечно. Или Гюго. Или Толстом. Кто, какие переходные церемонии. Но есть Толстой, есть Тициан, есть Рембрандт, есть Тарковский. Понимаете, есть знаковые столпы, столпы культуры. Вот. И я, у меня творческий вечер был в Останкино, престижные. Я говорю, Наташ, проведи вечер мой. Артемий, я устаю. Я говорю, сейчас с Сережкой Шакуром езжу на гастроль на Дальний Восток. Дума, Госдума, театр, кино. Витенька, ну, пожалей меня. Я говорю, а кто у тебя будет? Я говорю, ну, Мурдюкова будет. Попроси Нону. Я говорю, но она не умеет вести. Она, она блистательный рассказчик. Блистательный импровизатор. Но она не цельный человек. А ты... Видите, я говорю, Наташ, ну разве не друзья? Вот засранен. Говорит, ты нашел слово гнусное? Ну давай. Она пришла, замечательно провела мой творческий вечер. У меня где-то дома есть даже фотографии, где мы там за столом сидим. Она не умела друзьям отказывать. И не только друзьям, она вообще была на Собачьем пире, я отвлекаюсь. Я писал сценарий на Свету Крючкову. Мы просто встретились в Репино, Светлана Крючкова, и у нее был замечательный муж Юра Векстер. Оператор, да? Да. Они поженились, Юрка ушел из той семьи, стал жить со Светой. И, а я с Юрой очень дружил. И я сказал, Света, я она говорит, Вить, ну напиши для меня, ну никто не снимает, напиши роль. Я написал. И сказал, я написал, дал читать. Он сказал, мое. А когда Минакер взял сценарий, он говорит, я не вижу в этом, не люблю Крючкова, я не хочу Крючкова. Минакер Ленечка умер, царство небесное. Хороший режиссер. Хороший. Он крепкий, хороший угу. режиссер. Вот. И я говорю, а кого? Гундарю. Я говорю, ну, это моя подруга. Тем более. Крючкова обиделась? Очень. Она до сих пор еще где-то вот та, несет эту обиду, вот там. <coughs> ну, она стала немножко излишне капризной, излишне матронесса. Это сейчас неправильно в общем. Это моя точка зрения. Ну, Бог с ним. Она, она грандиозная актриса, но очень много такого сложного характера. Театр немножко. Театр, да. Она да. играет свой театр Крючковый, да. Тем более она, она свой театр и сделала там Ну вот. И Гундарева приехала с Сережкой на пробы Шакуру. Еще При... один грандиозный актер. Грандиозный. Ну, сейчас нет его. Крайне редко. Крайне редко. Я, извините, что Сережка, но ну, коль мы... Как они там сыграли оба. Да. И вот Наташа сделала грим, отпустившийся алкоголички. И она говорит, я пойду сейчас по улице похожу. Узнают, не узнают. И пошла на улицу. И потом возвращается, мы сидим в съемочной группе, там фотографии сядут на стенах Минакер, я, а, не, Мезенцев, по-моему, был, оператор, не помню. А, через где-то час приходит Наташа, смеется, говорит, ребята, я… Признали. Не признали. Я, говорит, заш... За свою признали. зашла, говорит, напротив лент фильма, через… Кировский проспект, тогда а сейчас Каменно островский там было кафе такое, знаете, с подносиками по этим железным разливайка, разливайка да, разливайка и значит, ну там кофе, булочки, манная каша вот такое все, котлетка, и она очередь была достаточно большая, она взяла поднос и поперла без очереди, расталкивая, и говорит, куда лезешь? Короче, она, пошли, мат, перемат, алкоголь, уберите, пришел администратор, стал, очень в схватила схватил котлету, сожрала там, заплатила какие-то мятые деньги, достал, приготовила все заранее, достал. Да. С ней смирились. Ну, алкоголичка, что возьмешь? Никто в ней не узнал, что ты актриса Гундарева. Очень хороший грим, о чем с этого. Да. Во-вторых, она настолько вошла в роль, и она говорит, Боже мой, все, 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 все. Теперь я спокойно за то, что это моя роль. Я мечтал о такой роли. Я хочу это играть. Какой безнадегой вообще веет от собачьего пира? Вы знаете, это совпало по времени с разрушением некогда большой великой страны. Да, да, да. это так точно все легло, безнадега и у страны, и безнадега у людей. у людей. Да. Вы сегодня смотрите иногда «Собачий пир», вы видите его на экране? Вы знаете, как ни странно, я чаще, простите за нескорность, вышло такой небольшой сборничек, там 9 или 9 сценарий, по-моему, там, в том числе «Собачий пир». Я перечитываю сценарий, я люблю и Шакурова, и Гундарева, и работу Минакера, но сценарий, Леня Минакер, Леонид Минакер один к одному все сделал. Но там какие-то вещи остались, как мне кажется. Это... Я никогда не был придирчивым автором. Мне картина очень нравится. Тем более Наташа по Цельная. цельно Она, по-моему, Торонто или где-то получила приз в лучшую женскую роль. Или Квебек, я не помню. Я читаю сценарий. Он... Я сценарий пишу как литературу. Это был -то такое понятие советский сценарий, угу. где не пишут, что он вошел, сказал Эй, "hello", она оглянулась, что Джон? Он улыбнулся, иди сюда, Мэри. Ха. Это пис... в изложении сценария режиссер, актеры, операторы, гримеры, художники, реквизиторы должны видеть все картинку, да, Держи картинку, картину. Осталось только правильно это реализовать. Поэтому я читаю, и я думаю, ай, да какой же сценарий. Еще один потрясающий актер, который играл у вас, Вас ожидает гражданка Никанорова, Борислав Брандуков, да. живший здесь, в Киеве. Я дружил, Борис, очень дружил. Легкий был человек. В ну, неслыханно. Он смешной, сейчас расскажу. Он часто ко мне приезжал, часто спал у меня, ночевал. Ну, мы дружили. Катя, дай бог ей здоровья, великая женщина, с таким больным выходить, пытаться выходить, это, конечно, подвиг. Он приехал как-то ко мне, а сейчас у меня студия на 17 этаже, по советским временам у меня студия 75 метров. Была, ну, такого не было, писательская студия. А до этого у меня была маленькая студия в соседнем подъезде, в том же доме, где вот я сейчас живу, где-то метров 16. Боря приехал, Тамара нам накрыла. Мы очень хорошо выпили, а Боря умел выпить, да я умею выпить. А в эту ночь было землетрясение в Москве. И все жильцы дома, а у нас такой и, ну, дом элитный, в общем-то, там и стоматологи, и писатель, Жора Вайнер жил, Георгий Вайнер там жил, Нилин, угу. Павел Нилин, грандиозный писатель. Жестокость, испытательный срок. Испытательный да. срок, угу. несправедливо забытый совершенно. И вот почти все… Все выскочили были. на улицу. А у нас дом 17-этажный, <свят> кирпичный, хорошего такого советского кирпича. А мы с Борей, я говорю, Боречка, давай, я тебя провожу в свой кабинет, тогда не стулья, кабинет, ну, маленький, и вернусь, буду спать. И там не было ни, ни раскладушки, ничего, там был стул и все. И мы взяли, значит, я взял матрас, а Боря взял раскладушку. И мы спускаемся с четвертого этажа, выходим во двор, и, а там полно людей. А мы с раскладушкой, с подушкой, постельным бельем и с матрацем. И все почему-то стали смеяться, глядя на нас. Они решили, что мы вышли на улицу от землетрясения спать. Устраиваться. Они так смеялись. Я говорю, что не идиоты, а мы пьяные И мы пошли вдоль дома, вдоль дома, в тот подъезд. говорит, а что смеялись? Оказывается, я назад вернулся. А говорит, а чего вы вернулись? Землетрясение. Мы даже ничего не знаем. Он с Борей, Моя дочка Маша играла в театре Пушкина в моей пьесе «Я женщина», ну, дочку, ну, одну из главных ролей, дочку этой героини. А Лентова играла, а по-моему, да, главную роль. А, да, Лентова ага. играла главную роль. И Боря как-то пришел… И он, во-первых, в «Антрактах», а дети же в 12 лет, они же противные он пытался ей объяснить, будучи под шафе, как играть. У меня где-то здесь пленка есть, это я, надо ее найти. Как играть. Потом все время пытался объяснить Борису Морозу, режиссеру, как надо и выйти на сцену. Я вот сейчас ей сыграю, у тебя артисты хреново играют, Боречка. Потом мы пришли домой, Боря и дома продолжал Маше рассказывать, как она плохо или хорошо играла, как вот тут не дохватил. Еле-еле затыкали в бутылки. Или мы... Он любил проверять билеты в автобусах, в троллейбусах. Мы заходили, и он громко объявлял. Так, предъявляем билетики, зайцы ловим, предъявляем. Кто-то узнал, смеялся, кто-то показывал билеты. Или <laughs> идем по улице, по Тверской, он любил догнать сзади женщину и защикал ее. Взяла а это, это кричала, и будет оставлять это удовольствие. В общем, я ведь, пожалуй, был последним, кто видел его живым, когда я приезжал сюда с программой «Мое кино», а он уже был недвижим, жил в этом... На даче. На даче, в этом доме, как, как же, в село. На Б, Б, на Б, забыл. Бравары. Нет. Буча, Боярка. Нет, нет. Ну, бог с ним. Жил за городом в этом домике сыновья там его жили. А он лежал. Я приехал. И я видел, как Катя его взывавший на себя носила вокруг дома. Боря, она говорит, видите, Мирешка приехал, видите. А он лежал. Он не встать не мог ничего не сам и только смотрел. И она ты Витя, ты Боречка, видишь, Бронику, вот Витечка Мирешка приехала, видишь, и он начинал мыча что-то плакать. Он все время, конечно, узнавал, но сказать ничего не мог. И самый вот для меня до сих пор ужасный такой, ну, смею вам это рассказать, <как> Катя все-таки накрыла стол для меня, для съемочной группы. А Боря лежит на диванчике. И Катя, кто-то из сыновей был. И вот мы выпивали, мы ели. А Боречка лежал на диване и смотрел. Как-то, с одной стороны, было очень не по себе, что Боря не за столом, и что он в таком состоянии. С другой стороны, он как бы участвовал в этом. Вот у меня до сих пор такое двойное ощущение, что вот мы как бы, слава Богу, при живом мы это делали. Ну, и спустя там, пару месяцев его не стало. В одной из ваших картин «Уходя, уходи» играл Николай Рыбников. Да. Скажите, вы наверняка наблюдали за этой первой парой советского кинематографа? Как я, наблюдаю? я у Юматовых, у Крип... музыки Ряпогорской были постоянно Алочка и... -Рыбников, да, да. и Николай Николаевич дружили с Юматовыми, они очень... Юматовский дом был самым шумным домом для киношников. Алла Леона, Рыбников, Высоцкий, Сички Борис, uh -huh. Конюхова, да все вот те звезды, они были у Юматовых. Володя с гитарой Высоцкий приходил часто, играл там, и меня приглашали как, особенно, как надежду кино. И Муза всегда, и Жора говорит, вот Витя Мирешка, запомните эту фамилию, Витя Мирешка. Я сидел, ну, не как бедный родственник, но ну, как бы не с той знаменитой великой обоймы, которая уже существовала. Марина Влади была часто, потом уже под конец с Володи в 78-79 году. И у меня уже появились какие-то картины. Вот. И была Алла Лариона и Рыбников. Дело в том, что у Алла Лариона был шрамик на губе, это вина была Юматова. Он развязал и сказал, а Алла приехала в гости как раз. И она, Жора говорит, давай я тебя отвезу домой. Она говорит, да, Жор, ты пьяный, никуда. Да, меня, тебя милиция остановит, да, я ем я, я Юматов. Короче, он повез ее и очень сильно притормозил, неудобный момент, и она ударилась в эту панель и рассекла себе губу. И с тех пор ее не снимали. Достаточно большой был шрам. Николай, Николаевич, Николай Рыбников, он не любил ее, нет. Он ее боготворил. Обожал, А для него она была, ну как, Алочка. Она к нему относилась так достаточно... Ну, ее немножко раздражало все это. Она... Не любила она его просто. Думаю, что да. Думаю, что да. И Муза об этом как-то мне намекала, говорила, что, дескать, ну, ну он любит, а она нет. Ну что, что тут поделать? Дети общие появились, и Коля. Ну, общий, один общий ребенок, да, второй ну, же. Да, Алла вообще у нее была, Иван Переверзев, красавицы, вообще такой один из символ мужского мужской сути. Вот, я знаю, что Коля очень опустился одно время, он даже, как мне говорили, собирал бутылки, в... там, где уж сейчас театр Кости Райкина, там их дом был, Марина Роща. Марина да. Да. да, где театр, и сейчас Костя Райкина построил Райкин Плаза, я такого в Москве не видел. Ну, мне не нравится, что Райкин Плаза. Нельзя от... Оц... Ну, личность выдающаяся такую знаковую личность нашей культуры, Райкин Плаза, как-то мне кажется, что не совсем правильно. Ну, это делая кости. Вот. И они, он там собирал в скверике бутылки, Коль. А потом мы с ним близко познакомились, вот как раз уходя, уходи. Я очень люблю эту картину. Там снималась и Наташа Гундарева, и Ан Наташа Андрейченко, и Витя Павлов, и Люся Гурченко, и Рыбников, и Федор Иванович Одиноков. Витя Трегубович, режиссер картины, даже там, немножко там снялся, а я с ним дружился. Хороший Трегубович. режиссер был. Очень хороший, очень. На войне, как на войне, чего стоит его картина, грандиозная картина. А, ну вот. А... «Старые стены» он же снял. «Старые стены», Гурченко, по сути, он вытащил да. уже, да. А, и вот Рыбникова он взял на роль. И Николай Николаевич, во-первых, он выяснил, очень хороший комедийный артист. Он с такой отдачей и благодарностью играл, он был завязки, не выпивал, ничего. Правда, лицо было такое немножко... Адутловатое. и красное. Но а, играл с такой отдачей, с таким деле, Там есть сцена в ресторане, где они танцуют. Я сидел на съемках, умирая, и все мы смеялись, потому что там как раз было Гундарева, Андрейченко, Рыбников и Витя Павлов. И все четыре таких ярких звезда, Звез... не люблю слово звезда, личности, таланта, что вот просто смотреть, как… Ваня... Рождается нечто. Ваня... Да, Ваня Багаев успевал только камерой это выхватить. Ларионова красивая была? Красивая. Даже вот я видел уже, ну, собственно, уже, когда Жора не... Юматова не стала она немножко стала тяжелее, тише потяжелела и не очень всегда следила за собой и очень сильно э, тон на лицо накладывала. Конечно, это не очень хорошо было, но, но было красиво. Вот вы знаете, от нее шла такая даже не энергетика, а вот ты понимал, что природа создала э, женщину на века. По вашему сценарию был снят один из любимых народных фильмов родня. Который снимал Никита Михалков. А я знаю, что вы очень подружились с ним да. во время съемок этой очень, картины. Очень. Потом жутко рассорились, 15 лет не разговаривали. Да, чуть ли не здоровались 16. Даже. 16 лет. Как это происходило все? Вот это длинная история. То, что мы подружились. На этом. На, до, ну, Мы с ним не были знакомы до родни. Мурдюкова отдала ему сценарий. Витя Мирешка написал сценарий, там главную роль на меня. Он прочитал, там через неделю позвонил, я хочу это снимать. Это, пожалуй, единственный фильм на современную угу, современ, угу. тему. Было еще пять вечеров, но это более такая ретро. Что-то еще. По-моему, это единственное. И мы подружились с невероятно, и к тому же, сейчас расскажу нам предложил союз химкрафист, так совпало, ехать в ГДР. Дочь Демократическая республик, Германской демократической республики. Мы поехали туда, в самолете поправились, здоровье. Познакомились лучше. Лучше, а уже в гостиницу у нас, ну как, хорошую гостиницу. Каждому номер хороший, ну не такие, как здесь. И днем у нас была встреча в ЦДРИ. У них не дом кино был, не дом литературы, в Цендри, дом работников искусств. Рассказать историю? Да, надо. очень интересно. И мы, значит, приехали, была встреча. Ну, меня мало знали, мягко говоря, а Михалков уже знали. По... Он к тому времени снял свой среди чужих Ургу. Не Лугу, позже, не Боже. позже. Обломова, по-моему. Механическая, не конченная пьеса пианино. позже, да, да. механическое пианино, которое имело резонанс. И мы, значит, встречались с немецкими коллегами, а потом спустились в ресторан поужинать. А там такие, знаете, как гнезда такие. Одни головы торчат, а там немчура сидит. Пиво пьет. И аньч водка. И пиво тоже. Они не смешивали. Или, или водка, или они... Это не наши люди. Они замечательные. Я очень... Казанья очень хорошо отношусь к немцам. Во-первых, я родился на хуторе Ольгенфельд, Ольги на поле, Ростовской области. То есть там была немецкая колония. Было. Да. Uh -huh. Ну вот. Мы с Никитой сели, говорит, ты немецкий знаешь, а я в школе, в одном институте, во втором учил только немецких. Еду в Германию, сразу слышу, очень легко вхожу в язык, а так его не знаю, ну, ну не знаю, может, говорю, да, комензибит, говорю, официант, официант такой был высокий, худой, вот лысоватый, вот такие бакенбарды, бите. Я говорю, бите, И, там салат, он, он, бифштекс, иду ну, нам показываю. он эти видишь, бутылочку водки. Ир, а, нормально? Он что? Бутылочку водки. Я говорю, и биты, он айн фляж водка. Их фаштайн. Я говорю, айн фляж водка. Цумцвай? Я говорю, на двоих, да. Но, да, сис, он это невозможно. Я говорю, вагум, гросс, веник?» Я говорю, «Айн фляш водка, Он, он что-то так испугался, он, говоря, ну, что мы не одолеем. Принес, короче, и он вынес эту одну «Айн водку» отдельно. А все, наблюдают, советские приехали, и так пронес торжественно мимо всех, и поставил. Я говорю, «Он твой гросс глаз два больших стакана, О, мой oh, Он ушел, принес, мы налили всю бутылку, разлили ровно как под по стакану. Это это я рассказываю о кураже, а не о пьянстве. Это да. разные вещи. Да. Разлили, Он говорит, видишь, Никита, ну что, не подведем? Раз выпили, нам вяло заплодировали. А, ну, поели, он говорит, что-то маловато, нет? Еще, как ты говоришь, Айн Фляш? Я говорю, да, позови Я говорю, коммензи. Ну, Хайн Фляш, Фляш водка. Я говорю, бить? Короче, он уже нес этот фляж водку, как, не знаю, как приз Олимпиады в Сочи. Поставил, мы раз, еще по, по одному стакану выпили, нам уже громко аплодировали. Короче, мы вышли из цедри, мы две бутылки То есть выпили, две. да, ну не больше, можем могли больше, но мы вышли хорошие. Мы доехали до гостиницы на мусорной машине, так у нас денег было куча немецкие марки, доехали и в гостиницу, но мало. И мы пошли спустились в бар и там отказались нас обслуживать услышал брусскую речь, отказались. А бар такой был будто 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 для советского времени такой да, хоть это ГДР, будто будто там огоньки. И Никита стал бросать туда за стойку фужеры, чтобы обратили внимание, а тут Федезейн, най Федезейн. И вызвали каких-то молодых парней, чтобы нас выдворили. Никита говорит, ну что, спина к спине? Ух ты! <свят> да, и мы подсокались с ним чурой. Немножко. Они испугались, потому что, ну, два здоровых вот я не такой, как вы сейчас, но крепкий. Был Два русских парня. Два русских парня. Они вспомнили 45-й год. И, в общем так мы подсомкались, и мы так стеной, стеной и вышли. Утром мы нажаловались. Очень красивая была немка Портай Геносы. Борман. Очень красивая. Она была порторк гостиницы. Мы сказали, что советских унизили, обидели, побили. А победы, ничего на лице не было. И, и, пока мы не уедем, чтобы бар был закрыт. И пока мы не уехали, там сел замок. Так, ну, немцы, они же люди дисциплины. Почему поссорились с Михалковым? Из-за Ники. Дело в том, что я с Гусуном придумал Нику. И, по-моему, на второй Нике, я был ведущим кинопанорамы, к тому же еще, Никита выставлял Ургу свою. И она по сути претендовала и на лучшую режиссуру и на лучший фильм, но дали только лучшую лучший режиссуру, а лучший фильм дали грузинскому актеру по-моему Баблуани, да, Баблуане. И Никита жутко обиделся, и он в, в камеру сказал, что пока я жив, я эту твою Нику буду уничтожать. И вот этот приз, я его выброшу на чулан. Ты оставишь это э, в кинопанораме? Я говорю, оставлю. И соврал. Потому... Я посмотрел с Мариной, она говорит, ну зачем это оставлю? Ну, зачем? Это конфликт, говорит, не надо. И вырезали. Никита посмотрел кинопанораму, говорит, а где мои слова, что я буду вас уничтожать? Я говорю, Никита, ну, ну нужно ли было это? Он говорит, ну хорошо, или ты уходишь из Ники, или ты мой враг тоже. Гусман само собой. Ух, какое деление на врагов и друзей, да? Очень <существО> жесткий. А нет, он очень в этом смысле он очень жесткий парень. И больше, 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 больше. А потом случилось так, что еще э, 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 Элем, я дружил с Элемом Климовым, uh -huh. и Никита очень обиделся, что я Элему Климову э, писал сценарий, а Элем обиделся, что я Никите дал родню я родню вначале показал Элему. Элем сказал, дерьмо сценарий снимать не буду. Но Элем вообще был очень своеобразный. Я с ним написал один сценарий, пьяный. Я с Ларисой Шипитьком очень часто был. Красивая женщина. Очень было. и талантливая. Ну вот. И глубже, 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 глубже. А Ника идет, идет, идет. И потом Никита придумал Орла, ну, тут должен я сказать, что я, наверное, так, может, я ошибаюсь, я так считаю, что я человек принципиальный в своих отношениях и по дружбе, и по делу. Юлий Гусман струсил, когда от Никиты пошел уже такой абсолютный прессинг против Ники. Он сказал, уйди из президентства. Я 14 лет был президентом Ники. Я говорю, почему? Ну, мы не, как Никита говорит, мы нелегитимны, что мы сами себя назначили. Я говорю, подожди, Ника чья это? Наша с тобой. Наша. Ну, тут же учитель союза. Я говорю, а вы, ты знаешь, почему учитель союза? Чтобы это мы взяли. Но деньги-то я достаю, не ты даже, а я достаю. Через Таранцева, Сашу, там, угу. и так далее. Доставал. Русское золото. Русское золото, абсолютно точно. Я пригласил 50-60 тысяч долларов в портфеля от Тарант. Он очень помогал нам. Потом еще этот, господи, Саша, забыл, бывший хозяин, Ил, вылетел из фамилии, очень помогал. Да многие помогали. Тогда были у меценатов как-то в бурдии. да, да, С актерами потусоваться, покрутиться да, да, перед да, телекамерой. Да, да. Вот. И я говорю, а почему? Ну, иди, я прошу тебя, вместо я будет Рязана. Я никогда за такие... Вообще сказать, что я, допустим, я был обласкан скорее советской властью. Uh -huh. заслуженные деятель искусств, лауреат Госпремии СССР за полеты. Uh -huh. Сейчас у меня такого ничего нет. Ты мне это, в общем-то, не очень-то и волнует. И у меня есть фильмы, количество. Ну вот, я ушел так как бы в недоумение. А потом Гусман меня стал выдвигать, сам стал вести открытие-закрытие. Рязанов был как ну, такой назывной папа. И Юлик меня так вел какой-то совет, потом из совета я как-то выпал странным образом. Я там редко бывал. Потом я себе сказал, что я не хочу в этом вообще участвовать. Ну, а, а зачем? 14 лет, ну, отстучал, есть что вспомнить. А, и потом я Юлику сказал, говорю, Юлик, так не поступай. А что ты на меня обижаешь? Я говорю, не обижайся, просто говорю, это непорядочно, это неправильно. Я, когда тебя, на тебя пер Никита, я был всегда рядом. Ты струсил, говорю, и ты меня предал фактически. Да ты просто, ты все время, ты что, мнительный? Я говорю, а почему мнительный? Как мнительность, когда ты меня выгнал просто? А потом спустя несколько лет мы стали здороваться с Никитой. А потом, а я был председателем правления Дома кино э, при Юлике. Я, Гусмана я привел э, в Москву. Он, мы вместе ездили в Индию, там мы подружились. Он был бакинский да, да. хлопчик. И э, когда Элем Климов попросил стать председателем правления Дома кино, я не очень сразу сказал, ну да хорошо. И там был другой директор Дома кино, не очень приятный тип, и он э, был провокатором, не провоцировал, на нехорошие всякие дела такого административного толка. И я сказал, я с этим человеком я бы, вот Гусмана бы сюда, талантливого, очень талантливого организатора. Сейчас говорят менеджер или как там бог. И э, э, Андрей Смирнов сказал, видите, нафига нам еще один еврей э, в Москве? Хватит у нас, говорит, я говорю, подожди. У нас и русских почти и, не осталось. Русских, говорит, кто директор ВТО, это покойно, как я? Эскина. Эскина. Mm -hmm. говорит, что ты говоришь, сейчас, причем тут еврей, не еврей. Он талантливый парень. Я пошел к Элему. Элем говорит, ведь ну решайте, я не против. И когда было правление секретариата секретариат Союза, правление секретариата, и, вопрос о доме кино я сказал что с этим директором я не, не буду работать вот я прошу все-таки утвердить гусмана а он же в Баку он говорит я с Юликом созвонил он приедет и Юлик приехал очень быстро его хваткость он поменял квартиры получил квартиру завязал знакомства там в моссовете и так далее он очень в этом смысле предприимчивый парень и он стал директором Дома кино, а я стал представить правления Дома кино. И меня Никита выгнал. А потом, вот когда там с Юриком у нас развалились отношения, Никита мне позвонил, говорит, Витя, слушай, ты же был представителем правления Дома кино. Я говорю, да. Согласись опять. Я говорю, ну ты же меня выгнал когда-то. Ой, ну что мы будем вспоминать? Ну что, как раз Союз-то один. У нас есть такой фильм, у нас есть отношения. Я прошу тебя, согласись стать представителем правильного дома кино. Я ну, хорошо. В этом фильме, о котором мы с вами говорим, родня блестяще сыграла одну из, наверное, своих лучших ролей, Нонна Викторовна Мордюкова. Да. Интересная женщина была в во внеэкранной жизни. Очень. Она часто была у нас дома в гостях. Вообще у меня в домах гостях, у меня в то время была, может, лучшая квартира в Москве, вот, где сейчас живу. Много метров? Нет, там немного, там 76-77, но она там, прихожая большая была объединена с кухней и столовой, деревянные такие были порталы, красивые, красивые были, приходили, вот Табаков, Янковский, Михалкова, Мурдюкова, Говорит, ну какая же, сейчас она, она сейчас, ну как все а может даже хуже. Она хорошая осталась квартира, но уже нет того изыска, который был когда-то. И ну, она часто к нам приезжала. Ну, она, если приезжала Муртюкова, это, это речь, это она лидер, конечно, была, и захватывала стол немедленно, кое-кого пригла... но я расскажу только один случай, но он такой, если не понравится, вы его она, она была любвеобильна очень. Мы с ней подружились, познакомились, а потом подружились после картины «Трясина» Чухрая. Uh -huh, uh -huh. Грандиозная, uh -huh. я считаю, картина была, трагическая. Настоящая трагедия. Почему-то незаслуженно как-то выброшена из, даже из обоймы фильмов о войне. Военные, хотя, да. хотя это надо показывать. О том, как любовь материнская, эгоизм до чего доводит. Вот. И однажды она... Мне говорит, мы встретились, по-моему, в Союзе или в бюро пропаганды, кино. ответь Витька. Ну что ж мужики все перевели. Ну где хоть одного мужичка? Ну, так же жить нельзя без мужиков. Я говорю, ну, ну где я тебя возьму? Ну найди, ну ты что же не крутишься, а мужиков такая баба пропадает. Ну шо, ну, ну, Витька, ну помоги. Я говорю, «Ну, да. И как-то у него запал в голову, а у меня был э, друг приятель, с которым я познакомил Папанов в свое время. Он был главный инженер Ялтинского морского порта. Сережа Балабанов. Я не знаю, жив, не жив. Армянин. Невысокий такой. Ну, армянин. С носом черный. Лосоватый немножко. У него было одно качество. Он был смешливый. Вот ему покажу вот эту чашку. Он хохотать начинал. Что ты хочешь? Ну, ты смешно на чашку показал. И вдруг он звонит, и, видите, я приезжаю. Тогда же мобильных не было, ну, городской телефон был, естественно. Я приезжаю в Москву. Увидимся, говорю, придешь в гости, конечно. А у меня Тамара была невероятно хлебосольная. Она накрывала столы, готовила. Донская, ну, то же самое, что Украина. Умеют и борщи, и котлеты, и зелень, и мелень, все это. Я звоню Ноне, говорю, Ноночка, Надыбал был мужичка, приезжает, кто такой? Я говорю, армянин. Да ты ж армянин, ой ты, это хорошо. Я говорю, а когда приедет? Я говорю, ну вот я тебе сообщу. Короче, я звоню, говорю, Нон, она жила тогда возле театра Армии еще, не на Можайке. Я говорю, Ноночка, завтра. Да я все брошу, Витька, ну какой ты друг настоящий все-таки, бабу не забываешь. Короче, она приехала, вот как э, на родне, там она бывает такая расфуфыренная, с, с заливочкой, на каблучках, как она пришла проводиться на родню, по сути, первый раз. Так, э, э, этот, я говорю Сережа будет Ой, Мурдюкова. Мурдюкова и стал э, ржать сразу. Я говорю Сережа, ну ты умись, э, э, она красивая женщина, она женщина, познакомлю тебя. Короче, они приезжают, садимся за стол. Мы рыдаем весь, но он раскаивает, в ударе она раскаивает. И этот умирает армянин, просто не находит места. Где-то в полночь такси вызываем, они едут к ней. Утром звонок телефона. Витька, говорю, а, кого ты мне дал? Я говорю, что такое? Так придурок какой-то. Я говорю, а что случилось? Та да, что случилось, он всю ночь просмеялся и, и ни хрена не получилось. Но ну, ну, ну кого дал-то, того дал. На потом долго вспоминал. Или ну, в том кино, допустим, так мы выходили, по-моему, приветствовали фронтовиков. Она уже вот за год до смерти царство небесное. Ну встретились, она, говорит, Витька. Ну, что ж такое с мужиками? Я говорю, а что опять не так? Я говорю, да что ж одни эти пидорасты, что же так, как же жить можно? Что ж вы, ж, почему вы любите друг друга? Я говорю, я не люблю, я говорю, другой ориентации. Да не ты, я сам, хочешь покажу, Это сам пока. тот, тот, тот. Я говорю, дон, прекрати. И, значит, сейчас Нона Викторовна, видите, готовьтесь выходить, я, она стоит так и шаль, я начинаю поддерживать. Да ты что ты меня поддерживаешь, я старый, упаду, что не трогай меня. Я говорю, ну, в, в огороде, там по ступенькам из-за кулис ходить. Объявляет ее, меня. Она поднимается и говорит, что ты меня не поддерживаешь? Что я упаду сейчас? Как же я, если упаду, выйду на сцену? То есть она все противоречит. Вышли на сцену, э я говорю, да, ну, я говорю, она первая, я, потому что после тебя разговаривать раз, Нет смысла. Не раз, да. Да. Ну, как хочешь. Ну, объявили, я там что-то сказал. И говорит, ну, сейчас Нона Викторовна. Это длилось минут 20-30. Это был импровизационный концерт. Рассказ о детстве, о себе, о друзьях, о кино, о природе, о воробьях, о ласточках, о траве, о сусликах, о чем угодно. Стихия абсолютно стихия, причем настолько талантливая, конечно. Это вот, как ни странно, я провожу параллели между Мордюковой и Гундаревой. Они в чем-то были похожи. Природа. Природа, да. Там, там не было наигрыша, там было абсолютное такое естество.